ходе праздничного мероприятия учителя Саратова получили благодарственные письма и грамоты от руководства города. Ну а мы спросили у жителей Саратова, помнят ли они своего первого учителя и какими качествами должен обладать педагог с большой буквы. Первую учительницу помню, с 1 по 3 класс, была Мария Ивановна. Была, она уже в возрасте, была, наверное, даже на пенсии. Она, наверное, такой представитель классических учителей, советских, наверное. Мне казалось, она самым добрым человеком. Ее зовут Светлана Ивановна Солятина. И тоже она до сих пор жила. Такая старенькая-старенькая бабушка. Очень она нравилась нам. Учила читать, писать, людей уважать. Звали ее Алла Ивановна. Мои теплые воспоминания, потому что она, по крайней мере, нас как бы немножко направила в жизнь. Звали ее Раиса Ивановна. Это Любовь Сергеевна Яковлева. Очень хорошая женщина, очень много знаний мне дала. Отличные только воспоминания. Помню и люблю ее, и уважаю. Хотел бы, чтобы училась у нее моя дочка. Зовут ее Анна Ивановна. Всех она любила. Ну, как можно свою первую учительницу не помнить?